Ну, так вон Мариуполь-то 50%-то захватили. Сегодня видео показывают. Эти кадыровцы же все вылаживают. Вон они, нахуй, всех детей расстреливают, всех, нахуй, это, они выставили, что, ну, как бы там прямо он бежит за ней, за девчонкой-то. Они прям по ногам ей, нахуй, стреляют. Да, тоже Девочке-то черт. что-то 13 лет или что. Да, тоже Ну, так-то они там правильно. нихуя уже, их тоже дохуя уебали-то их. Ну тут без связи, без нихуя, нахуй. Ну, зачем вам в деревню ходить? Ну ничего, деревенский. И ну, машины понабрали тут себе, но там, блядь, хендайчик стоит новенький, заебатый, сторожа, ключи все есть, заводится вообще. Ой-ё, кто о чем думает? Так а его хуй, как же его сюда водить? А что он там, блядь, Нива новенькая, нахуй, вообще, блядь, заебатая вообще в порядке. На ней ездим, она на газу, нахуй, еще ебать, вообще, нахуй. Ебать, тут ружья себе понабрали все, нахуй, ебать, вот, нахуй. Карабинов, нахуй, в Кого? деревне. Ружья, карабинов, нахуй, Так ебать. все равно вы как выезжать-то с ними будете, кого веселить? Так вот, на стрессе по-любому будут, нахуй. Кормят-то хорошо. Да нормально, сами питаемся. Нормально. Да. Не дохлые все, ноги не теряете. М? Я говорю, не дохлые все, ноги не теряете. Мне собаку зарезали, съели нормально. Ты сказал внутрь. А? Ты сказал внутрь. Закончились. Внутри закончились? Ну. А что, там много было? Да нет. Что мне? 8, наверное, где. А где что там надо ебать? А здесь недалеко.